Покупайте монеты у Эрика Картмана. Низкие цены, быстрая доставка. Ссылка в описании. Голландия боится сейчас. Просто откровенно боится. Павличенко! Я же сказал, что ему нужен еще один момент. И он его забил. Третий мяч Ромы на чемпионате. 1-0. Аршавин с мячом. Ну-ка, сам можешь все. Ведь может же! Ну это гений! Я сейчас закончу вообще все! Вы видели это? Вы это видели? Вы видели, что сделал Аршавин? Гениальный гол сборной России! Только, пожалуйста, не громите окрестности! Не покалечьтесь! Ради Бога празднуй это! Ради Бога не покалечьтесь! Сброшен аут. Аршавин с мячом. Ставит корпус. До свидания! До свидания! Россия в полуфинале! 3-1! 3-1! Россия! Вперед! Гениальный гол! Как они играют сегодня? Это лучший футбол, который я когда-либо видел в жизни, в записи, живьем. Как угодно. Это полная фантастика. Это полный разгром. Три. Все, свести. Все! Ну свисти же! Россия! В полуфинале чемпионата Европы! Я вас поздравляю! Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Антон Чейз, и я сразу хочу извиниться перед вами за столь низкое качество вступительного ролика, словно мы опять вернулись во времена Сименсов и Экпортов, хотя, не дай бог мне в те времена вернуться. Я помню, мне в 7 классе один мальчик портфель накакал. Ну, в общем, все это потому, что YouTube остальные ролики вообще банит за авторские права, а этот он почему-то решил пропустить. Я не знаю, в чем логика здесь, но вот такой вот хитрый YouTube. Но все это не важно, потому что сегодня я решил собрать тот самый легендарный состав легендарной сборной России с того самого Евро. К сожалению, он не получается полностью соответствующим, ибо нет того же Колодина, то есть некому сегодня будет колотить. Нет того же Симшова, того же Зырянова, и в конце концов нет нашего Иньесты Симака. И знаете, я вот вчера смотрел футбол, играли наши жопоногие пиздорванцы со сборной Австрии, и я поймал себя на такой мысли, что мне даже за эту сборную как-то болеть не хочется, то есть они от нас очень далеки, особенно наш, как сказать, наша надежда, наш символ Кокорин. Господи, боже мой. Этот чувак уже настолько, блядь, ну не то чтобы охуел, просто у него столько бабла, столько он получает, что он может спокойно из своих ламборджини построить колесницу и связать ее, блядь, роликсами и айфонами, и по ней кататься, точнее, на ней кататься по Москве и фоткаться в Инстаграм каждую секунду. Ведь во времена Зырянова и Симака такого не было. Возможно, они тоже зарабатывали не маленькие деньги, но таких понтов не было. Это как бы, смотришь на Зырянова, нормальный русский мужик, Симак, русский мужик, Симшов, обычный русский мужик. Да даже Павлюченко, как бы, обычный русский малый, но сейчас все на понтах, все прилизанные. В общем, очень обидно, такое вот небольшое отступление, но мы возвращаемся к составу. Итак, он не полностью соответствующим, поэтому состав вот такой вот. Наш бессменный кипер — это Игорь Акинфеев. Вот уже около 10 лет он стоит и никого не подпускает к нашим воротам. Хотя, это я имею в виду других киперов русских, а не нападающих соперников. Ведь он время от времени как такое говно пропускает, что ж, глаза на задницу слезают, чтобы этого позора не видеть. Но, тем не менее, Игорь основной, и пока что его позиции непоколебимы. И что самое интересное, у него есть скилл нырки, и он равен 84. Я не знаю почему, но у полевых игроков нет скилла нырки. Я думаю, что по отношению ко многим современным футболистам скилл нырки имел бы самое прямое отношение. Ну ладно, это такие скабрезные шуточки, мы продолжаем. А в центре защиты это Сережа и Вася. Тоже очень-очень давно они играют. Они еще, мне кажется, при Ярцеве, при Романцеве они еще играли. Я еще под стол пешком ходил, получал пиздюлей за то, что я в углу гадил. Ну, в общем, они тогда еще играли и играли, и до сих пор играют. И
И порой Игнашевич так обмолвится в интервью: вот бы мне в 2018 бы еще сыграть. А в принципе, почему бы нет? Потому что у нас нет нормального подрастающего поколения. Одни днища по краям, и Жирков и Анюков тоже, в принципе. Жирков вчера играл, ну, так себе, прям-таки. Вроде бы бил, старался, но не повезло. Анюков давно уже вроде за сборную не играет. Полузащита Белединов. Чувак интересной фамилии, само собой, и интересной судьбы. Блять, как так? Эвертон. АПЛ. Голы за Эвертон. Теперь месить говно ФНЛ в Торпедо. Просто потрясающе. Роман Широков. Ну, мы знаем, что тогда на Евро-2008 Гусев сказал, что это вообще не уровень сборной. С тех пор Роман вырос намного. Но мы знаем, что Широков по молодости очень много бухал, откровенно говоря. И до прихода в «Зенит» он играл хорошо, но нестабильно. Только потом он уже стал одним из основополагающих игроков сборной России. Аршавин. Но тут даже не о чем говорить. Это просто наш футбольный бог. Олег Иванов. Вообще, чувак, очень любопытной судьбы получается. Он, ну, все те, кто помнит то время, все помнят, что перед самым Евро-2008 получил травму погребняк. И его заменили почему-то Ивановым, а не, к примеру, Киржаковым. Вот, и Иванов получил бронзовые медали, при этом не сыграв ни одного матча на том турнире. И что самое интересное, после он так ни одного матча и не сыграл до недавнего матча с Беларусью. То есть, получается, чувак получил медали Евро-2008 бронзовые, и за сборную у него было целых 0, блять, матчей. У него еще скиллы такие интересные: 66, 66, 69, 69. Одни шестерки, просто какой-то, блять, футболист дьявола, что ли. Ну, конечно, я надеюсь на то, что он во время матча отчебучит нечто такое сатанинское, к примеру, гол за лупой с километра об штангу. Надеюсь, после этого его, как ведьму, не сожгут на костре. А правее от него играет Володя Быстров. Очень неплохой полузащит, по-прежнему неплохие скиллы, неплохая скорость. И наш супернап — это Рома Павлюченко, он же сводный брат Кэмерон Диас. Вот такой вот состав, и все это под руководством нашего бессменного тогда тренера, единственного в мире тренера, похожего на мою бабушку, Гуса Хидинка. Ну что ж, давайте-ка сыграем ими матч. Наш оппонент. Воу, чувак, полегче, Бундеслига, довольно-таки шустрая, причем чую сегодня мои Вася и Сережа будут напряжены до предела. Но знаете, русские всегда били немцев, поэтому сегодня я им покажу настоящую богатырскую силушку. Так что начинаем. Итак, с мячом Аршавин, это сразу гол. Я уверен, сейчас будет проход потрясающий, филигранный. Опа, тут второй темп, это Павлюченко, пас пяточкой. Вот так вот, вот так вот. Андрюшка! Ну, вы видели? Вы сразу, Андрюшка, там, блин, сразу дает пизды этому вратарю. Ну, конечно, я тоже бы дал ему пизды за розовую форму. Еще удумал. Латентный, сука, так как, видимо, в сборной России никто не собирается подавать угловой. Акинфеев вызвался. А как так? Я не хочу, чтобы это делал он. Почему? Выдает гениальнейший пас, казалось бы, Чупа-Мотинг. Чувак, тебе только клоуном быть с такой фамилией. Чупа-Мотинг. Либо названием нового Чупа-Чупса, я не знаю, Чупа-Мотинг со вкусом, блять, вишни, черешни. И видим, что Шурли, признавая мастерство Акинфеева, начинает ему молиться. Навес снять, вверх снять, вверх, Акинфеев, красавчик. Белилединов, до сих пор помню, как большие проблемы его фамилия вызывала у английских комментаторов. Гол забил Деньяр. Как будто делаешь куни огромной жирухи. Я это не по своему опыту говорю, чуваки, не по своему. Мне рассказывали, поверьте мне. Широков, давай, выдай. Деньяр! Деньяр! Второму дивизиону забивает, чуваки. Второму дивизиону забивает Диньяр. Бля-бля-бля-бля-бля-лерина! Забивает гол. Так, там что-то они там делают странное. Слава богу, что камера не показала это, но... Какой... Нойеру, между прочим, Нойеру.
Видим, что вот, это я понимаю, русские все собрались у углового флажка, все празднуют, все, всей толпой. Уже слушаю, как открываются стопки водки, как наливаются огромные чарки с водярой. Это я понимаю, русский дух. А не то, что играешь за какой-нибудь там АПЛ-ку, там 2-3 негра, 2-3 белых, там разные у всех группировки, там все друг друга не разговаривают. Вот в России любят все друг друга. Это я понимаю, русский дух. Погнали, второй гол сейчас по-быстрому забьем и пизда ему. Теперь главное это не, эй, хорош, Игнашевич, на опыте, Сережа лучший. Хоть у него там на башке уже проплешина размером, блять, с Куликова поля! Но, тем не менее, играет он не менее надежно, как в старые добрые времена. Белилединов пошел. Тем временем подходит к концу первый тайм, и мы видим, что сборная России доминирует, ну, просто на ура. Надеюсь, что в перерыве мы не пойдем на бухать чивас и курить кальян, как это было между матчами с Словенией, к примеру, и не опозоримся во втором тайме. Но видим, что Аршавин уже падает без сил, бедняга. Но ничего страшного. Еще один упавший, но ничего, пацаны, сейчас-то мы по стопарику Боярышника и в бой. За ним Березуцкий, но ничего. Опаньки! И все. И спокойно! Игнашевич подкатился. Ух ты! Господи, что за пижонские удары? Ты такими никогда не забьешь. Господи, что сейчас с Игнашевичем? Он там под спидами, что ли, так пританцовывает? Там, по-моему, парочку-троечку футболистов-то он снес своим подкатом. Ну, мужской подкат, так. Возможно, вы подумаете, что очень мне достался слабый оппонент, но, чуваки, это не оппонент слабый, это просто сборная России, просто непобедима. Павлющенко, ну что ж ты такой, блядь, деревянный? Ты же не погребняк, в конце концов. И вот момент для Павлющенко. Пошел, Рома, пошел. Все, это 2-0. Я говорил, что им нужен еще один момент. 2-0, Рома, ничего, он даже на себя похож. Ничего себе, до чего сподобилась FIFA нарисовать лицо русскому футболисту, довольно-таки достойное, причем какой-то бородач, это даже не Мэдисон вроде. Ох, ох, мамма мия, я пропускан-ты, галян-ты, я дрян-ты. Учись у Акинфеева, Нойер. Опа, и это сейчас будет 3-0, чуваки. Рома, Рома! Ромочка, бей! Но есть еще некоторые шансы у оппонента, конечно, с такими ударами, но опять Акинфеев прет подавать, ну ты че? Широков. Гениальный пас на Быстрова. Быстров! Какой гол Быстрова? Это просто, блин, это просто белиссимо браво. Я просто гений ФИФы. Второй дивизион, чуваки, между прочим. Реально играю первый матч во втором дивизионе. И что же я творю? Сборной России, блядь. Троих убрал в очко Нойеру. Как так? В очко Нойеру. Я думаю, что после такого матча Нойер с позором поедет домой в Германию. И там его просто выпарят на... Что там, Бундесплощадь или что там у них есть. Так, так, тут может быть опасно. Мюллер бьет, но... Мюллер, но кого ты пытаешься пробить? Легенду российского футбола. Между прочим, в свое время у нас его назвали вторым Мандрыкиным. А это тебе не хуй сосать. Опять Диньяр забегает один. Вообще он просто неудержим. Какие к хуям Абумиянги? Ну... 3-0, ну могло бы сделать Иванов, не будь он таким бревнястым, конечно, будь там Симак, Симшов, Зырянов, там бы уже все, сетка рвалась бы по полной, но, к сожалению, Иванов это не то. Игнашевич получает травму, но ничего, русские даже со сломанными ногами играют, еще даже лучше, чем... Аршавин, пожалуйста, Андрюша, забей! Это очень важный гол, ну, гандонище какое-то мне помешало все-таки это сделать. Итак, я беру воображаемую сигару, выкуриваю ее одним затигоном, потому что даже эта воображаемая сигара была и то реальнее, чем шансы этого сосунка на победу в матче со сборной России при Гуси Хидинке, между прочим. На этом с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Чей. Ставьте лайк под видео.
Вступайте в мой паблик, ссылочка в описании, не болейте. В общем, вы поняли, пока.